Друзья, добрый день! Сегодня у нас будет видео о том, как одному погрузить в машину 70-килограммовую машинку. И вопрос не в том, что она весит 70 килограмм, а в том, что она ее неудобно поднять. Это мешок цемента и плюс мешок шпаклевки. Это нужно все поднять, не повредить и поставить в машину. Я вам сейчас покажу, как это можно сделать самостоятельно, тем более, если у вас машинка весит не 70 килограмм, например, как стандартная лезет, например, там 30, 40 или 50. Но у вас все равно не хватает силы, как это сделать, ее не повредив. И вы один. Смотрите. Очень просто. Ну, как это делаю я? Я даже так гружу мили 114-килограммовый. Становлюсь вот так вот. Надеюсь, вы меня видите. Да, меня видно. Вот так вот машинку берем. Все, поставили. Меня вырежет? Все, готово. Вот так вот можно просто грузить стиральные машинки.